Лет сам того не ведая, натолкнулся, блин, на секретную комнату вот такую вот. Что-то в этой башне. Вот, наверное, мое местоположение вы видите, да? То есть вот в этой башне, где сверху есть, как вот показать-то, уйди. Груз вот этот, сброшенный груз. Высотка, на которую там попадаешь, да? То есть я по нее прыгал, случайно совсем увидел вот такие вот провода сверху. И решил их все соединить. В общем, соединил. Здесь снял систему защиты. И вот такая комната передо мной. И здесь... Здесь... Музло какое-то. Но это я уже включил, я забежал, посмотрел. И тут вот такая вот штучка. Спасибо, что добрались до этого места. Спасибо за ваше время. Мы потратили много времени и нервов, чтобы добраться до этого места. Но мы также получили много знаний и радости. Были моменты сомнения, но также было много силы. Силы людей, которые вложили в это свои сердца и души. Мы очень благодарны вам. Надеемся, что вы хорошо провели время. Это, короче, пасхалка какая-то админская, получается, комната. Сам не ожидал. Здесь всякие ништячки лежали, там я уже полутал, пособирал. Думаю, ладно, запишу потом. Оружка всякая. Это, наверное, кто-то из разработчиков, да, вот это ребята такие. Текланды. Такая вот, короче, комнатка. Совсем случайно на нее там наткнулся. Лаунч-зона. Поспать можно там, да, среди медведей. Оказывается, есть чем радовать и удивлять во втором Дайн-Лайте. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Пока-пока.